В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Игоря Рудени. Темой обсуждения стало развитие промышленного потенциала Тверской области, поддержка предприятий региона. Глава Верхневолжья рассказал о планах по созданию технопарка радиоэлектронной промышленности «Аквариус» в Калининском районе. Его реализация позволит привлечь в регион около 4 миллиардов рублей и создать до 1200 рабочих мест. При выходе производства на полную мощность там будет выпускаться более 2,5 миллионов компьютеров и других гаджетов в год. Вице-премьер поддержал реализацию проекта. Он отметил, что во втором квартале текущего года кабинет министров проведет новый отбор регионов для оказания им федеральной поддержки. В случае успешного прохождения конкурса Тверская область сможет получить в 2024-2026 годах субсидии на развитие технопарка в объеме до 900 миллионов рублей.